Вот вы говорите там по жилью. Надо это сделать, надо это, и все, рекой потечет народ сюда. А вот я сейчас вам задам вопрос. А сколько у вас таких людей, которым завтра нужно жилье, и они останутся и будут работать? Знаете, таких людей необходимо подбирать сюда, которые могли бы остаться. Нет, так прежде чем просить чего-то, надо видеть этих людей. Ничего чохом, даже вам, нет, как молодому губернатору, никто делать не будет. Неправильный абсолютно подход. Надо конкретные предприятия, конкретные районы и места, где мы будем их строить, эти объекты, сколько человек и сколько надо под это жилья. Как было в советские времена. Строится завод, строится жилье. Нет, естественно, не всем. Специалистам, необходимым людям. А остальных набирали. Но мы готовы поддержать, если здесь люди будут. Это везде по стране, не только здесь. Есть объект, который будет выдавать продукцию, зарабатывать деньги. Есть люди, им нужно помогать. Будем поддерживать и вас, и прежде всего вас мы. Непростую область приняли, но имейте в виду, без напряжения, начиная от руководителя предприятия и заканчивая губернатором, мы не решим эти вопросы. Все это должно быть просчитано и показано. В Костюковичах столько-то многодетных. Мы им строим жилье, они остаются жить, работать будут вот там, на этом объекте, который мы завтра построим. Вот под него финансирование. Только так, а не иначе. Распылять средства мы не будем. Вы сами ищите эти средства здесь. А мы готовы вам подставить плечо под конкретные объекты,